На всех уровнях доминанта по-разному происходит, если смотреть по качеству. Ну что, например, на уровне сознания. Это фиксированное внимание. На уровне психологического состояния. Это вы никак не можете не думать, кроме как об этом. Да, вот, например, о доминанте я вам сейчас скажу, мне мой друг подсказал. Когда мы были в аэропорту, там стояли, значит, люди смотрели, как вещи идут по конвейеру, и там стоят, и они вот так смотрят, ждут своего чемодана, и в этот момент хоть комар кусает, хоть там шумы какие-то, ничего не видят, не слышат, а вот так внимание зафиксировано. Вот доминанта, чемодан, чтобы не пропустить. К примеру, это на уровне психологии, на уровне теперь физиологии. На уровне физиологии, вы знаете, вот эта доминанта, она вот когда вы, например, подтягиваетесь, в этот момент, когда пик напряжения, острие напряжения, в этот момент, если вы о чем-то подумаете, это реализуется. Например, если вы, подтягиваясь, подумаете во время потягушенника, что у вас целый день хорошо пройдет, у вас так и будет. А если вы подумаете, что опять плохо пройдет, то так и будет. Потому что на пике напряжения наша установка психологическая трансформируется в психофизиологическую доминанту. То есть доминанта по Ухтомскому – это очаг коркового возбуждения, очаг нервных возбуждения нервных центров. И вот так может получаться, что в этот момент все остальные очаги, так сказать, замирают, затормаживаются, а сила остальных очагов возбуждения перенаправляется на подпитывание этой доминанты. И она заслонила все доминанты. Все доминанты выключились, только одна. И она распространяет свое влияние на весь организм. Таким образом, получается, что фиксированное внимание – это транс, потому что отключаются все другие объекты внимания. Поэтому получается, что содержание фиксированного внимания, психологическое содержание, от чего оно зафиксировалось? Например, вы влюбились, и у вас, думая об этой девушке или девушка о парне, все окрашивается, как я сказал, божественным светом. Вы ни о чем другом не можете думать, не слышите, никак не реагируете. Она за вас все решения принимает, это доминанта. Поэтому говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Короче говоря, внутри доминанты сверхпроводимость между нейронами. Сверхпроводимость. Там нет конкуренции, и там особое пространство в нейросетях. Я почему об этом говорю? Потому что вот эта доминанта легко формируется именно фиксацией внимания, если вы сами фиксируете это внимание. А когда вы фиксируете внимание легко? Когда вам интересно. А когда вам интересно? Когда это совпадает, то есть в резонансе с тем, что у вас болит в этот момент. Ну да, вот и у меня, допустим, плечо болит, и мне все интересно, как снять боль. Да, и в это время мне не слышится и не видится ничего другого. Например, мне говорят, а ты одесские анекдоты послушай, а у меня такая боль, что мне не до этого. Вот и я вот смотрю, что, как снять боль. Вот у кого что болит, то и на то и обращает внимание. То есть зависимость от своей доминанты, его внимания. И говорит он, в зависимости от того, что болит. У кого что болит, он о том и говорит. Поэтому при психотерапии, особенно при психоанализе, это очевидно, наводят на больную точку в душе, и человек начинает говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и у него возникает поточная речь, поток. То есть между словами неразрывность, нету перерыв, поток. Как будто затычку из бочки вытащили, и фонтан идет. Так это его и освобождает от напряжения. Вот именно непрерывность речи, выговаривание. И освобождает, а не психоанализ как таковой. Это так вот люди некоторые не знают. Это я определил, установил эту закономерность. Чем непрерывнее речь, тем свободнее потом состояние. Да, поэтому, когда женщина выговаривается, надо дать ей спокойно выговориться. И она освобождается от напряжения. Да.
Вот таким образом. А теперь послушайте. Очень важно в следующем нашем выдающемся ролике, который мы будем делать, выговариваясь, освобождаясь, появляется место, условно говоря, чтобы грузиться, чем вы сами хотите. А если кто-то вас стимулирует выговориться, он может загрузить вас, чем он хочет, и будет вами управлять, зомбировать и так далее. Но мы к этому еще подойдем. Ну, чуть-чуть осталось, подождите, чуть-чуть осталось, мы поговорим о доминанте. А вы сейчас возьмите Википедию, откройте и более конкретно прочтите, что пишут о доминанте. Напишите в Википедии «доминанта», и вы увидите все, что я говорил. Я говорил так образно и более понятно, а там вы увидите, может, еще понятнее, а может, вот эти две, вот так сказать, два рассказа будут вам доносить более понятно. Попробуйте посмотреть. До встречи.